прохлада, блядь. Ну, по поводу квартиры, я едки, блядь, забыл, скинул вчера телефон. Короче, ты чё? Ох, ёбать, блядь, нахуй, тарапки. Неделю сидеть, поехали. Тихо, тихо, что делать? Смотри, ебануться, блядь. Я начал трястись плечами, чтобы таракан из-за шиворота вывалился из рубашки на пол. Я начал трястись, а этого я сбил руками, которые на лице. Я думаю, ну как же быть? И они подумали, что я сучусь, эти же африканки. Что я пытаюсь пройти... Да, ну, в принципе, Майдан, точнее, площадь независимости, он сам по себе относительно новой вещи, хоть еще в начале.